В европейской части России весеннее подтопление уже началось. Реки вскрылись ото льда на 2-3 недели раньше срока. 6 мостов оказались затоплены в Орловской области. В Тульской вода отрезала от большой земли 20 населенных пунктов. Эвакуацию пока не проводят. По мнению спасателей, сильного половодья в этом году может не быть. Так, сотрудники МЧС уже провели облет территории всей Ленинградской области. Мониторинг показал, что ледовый затор возможен лишь на нескольких реках. На всякий случай на опасных участках уже готовятся взрывать лед. У нас планируется прохождение умеренного, нормальное половодье. То есть, как в том году, мы рассчитываем, что подтопление населенных пунктов, жилых территорий не произойдет. В том числе благодаря превентивным мероприятиям, это прорыву льда в устьях рек для бесперебойного прохождения. Всего же этой весной в Ленинградской области для борьбы с паводками задействованы более 5000 человек и 1600 единиц техники.